алое красное сердце, и у нас слиток золота 24 карата. Соня! София прекрасная! Привет, друзья! Вы на канале «София прекрасная». Мы сегодня будем девочкам нашим делать одежку и тапочки. Привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. Да. Мы сегодня будем делать нашим куколкам Лол новогодние наряды. Ну, из таких пластилинов. Да. У нас есть полимерная глина разных цветов. У нас есть ленточки. У нас есть специальный пластилин. И он... Лол. Ну, Лол — это святое. Есть у нас специальный пластилин. Это тесто для лепки. Оно идет с глиттером уже. Кто не понимает, что такое глиттер, это блесточки. Да. Очень красивый. Как он себя поведет в лепке, мы еще не знаем. Мы его не брали. Это такие штуки. У нас есть ножички, всякие вот нарезочки. Да. Конечно же, у нас есть елка. Да. Всех с наступающим. Такие штучки. Ну, показывай сама. Вот. Ножички. А где же наши куколки? Конечно же, шарик Лол у нас есть. А вот и наши куколки. У нас они здесь в такой коробочке, мы их спрятали. Мы их раздели уже. Вот. Вот они все, девчонки. Эта коробочка у нас с аксессуарами Лол. Если у нас будет время, мы, конечно же, покажем. Но мы взяли аксессуары, а вдруг нам нужно будет какому-то наряду их нарядить. Смотрите, что камушки. Да, прицепили мы вот такие огромные камушки, потому что они никуда не подходят, а шкатулочку нашу украсили. Здесь были конфетки вкусные, Рафаэла, а мы с нее сделали гардеробную для куколок, да? Да. Наши куколки, мы еще не знаем, что мы будем специально делать для них, но новогодние наряды, я думаю, у нас какие-то получат. Достаем наших девчонок, сюда ложим их. Каждую так. Сюда положим. Я наугад. Какая это? Я не помню, как ее зовут, но у нее золотистые волосы. Ложим наших девчоночек сюда. Вот наши аксессуары все с Лол. Ну, часть аксессуаров еще осталась у них в коробочках, где они сидят. Отложу их пока в сторону, они нам сейчас не понадобятся. Распечатываем наш пластилин. Давай сначала с маленькой начнем. Я малышка, а ты большой. Давай. Я думаю, нам пока одной упаковочки хватит. Если вдруг не будет достаточно, мы распечатаем и вторую. Мам, да, здесь мне ножницы. Спасибо. Есть у нас еще вот такая глина мягкая. Я взяла беленькую специально отдельно. Есть вот такая полимерная глина. Она идет с такими шариками. В общем, думаю, нам что-то куда-то пригодится. Ой-ой-ой. Что здесь такое крутилось? Давай, посыпай. Ну, так. Здесь... Это специальное тесто. Оно идет для одежды, для куколок. Сейчас попробуем, что оно умеет. Очень да. Красивая красочная упаковка. Глиттер стиль называется. Так, интересно, как оно сохнет, не знаю. Но сейчас вот что-то распечатываем, посмотрим. Я вот это тоже. Давай. Ты какую куколку будешь украшать? Куколки у нас здесь. Вот. Забыла, как я ее зовут, конечно. А девочки, наверное, точно помнят, как ее зовут. И нам напишут в комментариях. Да, девочки? Напишите, как зовут вот эту куколку. А вот эту? Это зайка, я так поняла. Зайка. Я помню, у нее ушки были. Я буду работать с вот этой куколкой. А я с вот этой. Давай. У нее у меня есть ролики. Я обувь специально не снимала, чтобы мы обувь не лепили. У нас же есть аксессуары. А платьице нарядное мы сделаем. Ну что, девочки, для вас, я думаю, время пролетит незаметно, а мы с Софией постараемся поработать. Да. Упала, да? Смотрите, мы украсили нашу рабочую комнату вот так. Они там блестят, у нас огоньки, елочка есть. И Мишка с зайчиками вам привет передают. Он мягкий, вот этот. Мягкий, хороший? Да. А ну давай посмотрим. Я покажу, какой это пластилин. Да, он очень мягкий. И очень блестящий. Смотрите, он аж переливается весь. А сейчас мы будем с Софией работать. Можно, конечно, и мастер-класс вам показать, но это будет очень долго. Мы потом отдельно снимем видео, как мы делали эти все наряды. Это хорошо? Перезовы. Если вам, конечно, нужен будет мастер-класс, напишите нам в комментариях, понравились вам наши наряды или нет. Распечатаем наш пластилин. Я решила у Софии забрать пластилинчик и леплю наш верх. Вот так мы сделаем. Смотрите, вверх. Какой здесь пластилин был. Какой-то тюмак.
красивый. Некрасивый? Который... Ничего, он просто запаковывался так. Возможно, быстро будет. Как он будет держаться на куколках, конечно, я не знаю. В общем, мы делаем платьице, наряды, всякие кофточки. Для вас время пролетит незаметно. До встречи! Да. До встречи! Видите, какие мы будем красивые! Будете очень красивые, мы постараемся! Я знаю! Мы на Новый год тоже будем красивые! Праздник же все-таки! Все-все, давайте работать, время не ждет! У меня получилась вот такая кофточка, но еще я сделаю юбочку. Это все мы обрежем. Я думаю, будет очень красиво. Ну что, и дальше вот... работаем, да? Да. Девчонки, готовы, что мы сделали, посмотреть? Я думаю, девчонки готовы. Ну что, смотрите. Та-дам! Вот такие девчонки у нас нарядные получились. Мы даже им название дали. Это у нас Снегурочка. Снегурочка. Да, я вот так ближе вам покажу. Смотрите, какой у нее наряд. Какие у нее красивые украшения. Пуговички. И все блестящее, блестящее, блестящее. И София, вон, куколка Лол. Это одна куколка. Другая. Эту куколку мы назвали «Снежный цветок». Потому что она такая вот беленькая-беленькая. И шляпка у нее, как у цветка, тоже блестящая. Кстати, протестировала я весь пластилин, все тесто. Ну, не весь, вот. Нет, это то, что у нас осталось. Кстати, осталась еще целая упаковка пластилина. Да. Пластилин, вернее, не пластилин, а тесто. Тесто мне не понравилось. И оно нету. Тяжелое, во-первых. И вообще... Твердое. Мы половину выбросили, потому что оно твердое, оно не лепится абсолютно. Это тоже половину выбросим. Ну, пока будет запечатано, и может куда-нибудь пригодится. Кстати, мы еще сделали саночки вот такие. Они еще не подзастыли. И посадили малышей сюда, чтобы им было тоже весело зимой. Сейчас я их сюда высажу и вам покажу, какие саночки. Я вас потом посажу, не плачьте. Мы сделали вот такие саночки. Мягенькая подушечка. Есть украшения. Есть даже вот такие лезвия от санчат. Так, это у нас, как мы назвали эту девочку? Это зовут ночная звездочка. Мы ее назвали ночная звездочка. У нее такой ночной наряд фиолетовый. И на голове вот такое украшение. А вот эту... Это София делала. А вот сначала это? Назвала ее Леди Диджей. Это... Но как диджей у нас как бы есть уже, да? Да. Радуга диджей будет, да? Да. Смотрите, какой у нее наряд. У нее юбочка, жилеточка блестящая и наушнички. Смотрите. Зависла на елке, да? И упала. И упала. Она, кстати, сонная. Она сонная. Спать хочет, да. Она ж ночная птичка. Поэтому ей хочется спать днем. Да. Хотя уже не совсем день, уже у нас потемнело, пока мы работали, да? А у нас снег идет. И снег у нас идет. У нас совсем новогоднее настроение и новогодняя погода. Да. Кто там у нас еще? Вот у нас, смотрите, какая красотка. Жидкий пластилин, это очень клевый. Это вот девочка у нас очень красивая. Ее зовут Неска. Мы ее назвали Снежка, потому что у нее на голове и на платьице одни сугробы, снег. Да. И она похожа на снеговичка, да? Правда? Будь здорова. Красиво. Да, очень красиво мне сделали платье, мне так нравится. Я теперь Новый год буду встречать, очень красиво. А это садится, вот такая красотка. О, еще у нас одна Снегурочка, но это вообще очень красивая тоже это, девочка. Это Снегурочка. Да, похоже на Снегурочку. Они все очень красивые, только каждый по-своему. Ее зовут Василиса. София назвала ее Василисой Прекрасной. Вот она такая красивая. Кстати, пластилин вот этот... Который прилипает к рукам. Сильно прилипает вот этот с пупырышками. Полимерная глина называется. Тоже не очень мне нравится. Вот больше всего тоже. Мне нравится вот этот пластилин. С него хорошо лепить, он быстро засыхает. Вот это тоже. И это и тоже полимерной глины, да. Вот и такие вот принцессы это. У нас. Вот
Какая вам из принцесс понравилась? Mm-hmm. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях. А мне понравилась вот эта. Софийке понравилась? Моя. Конечно, твоя, в наушничках, да? Да. Так, ставим наших девочек сюда. Вот такие они красивые. Ну что, давайте открывать. Девочки, мы куколок переставили немножко в сторону. Ну? Если вам понравилось то, что мы сделали, обязательно ставьте лайки. Мы старались. Да, лайк, лайк, лайк. Вы безумно красивые девочки, я думаю, девочки оценят. А наши малышки здесь остались с няней, которая за ними присматривает. Ну-ну-ну, не плачьте, не плачьте, сейчас будет сюрприз для вас. И мы откроем вот этот шарик. Смотрите, какой шарик. Да, могут и попасться, бывают и такие сюрпризы. Где золотой шарик и две малышки, да? А если там чертик маленький попадется? Ну давай скорее посмотрим. Давайте. Давай. Я думаю, вам понравится, что мы сделали. Понравится, понравится. Для вас мы еще одежку не придумали, потому что вы совсем миниатюрные, но мы что-то сообразим. Так, и открываем мы наш первый слой. Да. Ого, он здесь розовый упаковали. Еле. Еле-еле, но я уже вижу подсказочку. Я тоже вижу. Это супер редкостная куколка должна быть. Которая... 24 карата. Которая на золотом сайте. Ну давай проверим. Это что, нам подарок к Новому году? Алое красное сердце. И у нас слиток золота 24 карата. Девочки, у нас сегодня будет супер-пупер открытие куколки. Да. У нас золотая куколка. Конечно, же смайлики. Конечно, у нас есть смайлики. Хотя, я тебе скажу, может и нет. Золотой. Вот. Да? Ну, там не сильно видно, потому что нам уже короны попадались. Но там не было золотых куколок. Вот. Есть золотой? Сейчас покажу тебе полностью. Вот. Точно, у нас золотой шарик. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Я хотела такую куколку Голд. Она очень редкостная и самая красивая. Да. Хотя они все красивые. Это она. Она? Что там, что там у нас? Вот. Да, точно, она. У нас бирюзовая бутылочка красивая и золотая крышечка. Класс. Лол Систерс, конечно же. Конечно же, Лол Систерс. И золотой шарик. Ой, я она открыла. Мама, открой, а то снова разлетятся. Давай. Посмотри, какие там. Сейчас, сейчас. Ты рада? Да. Я тоже. Открываем. Та-дам! Да, это они, золотые сапожки. В звездочках и с бантиками. Очень красивые. Супер, супер, супер. О, хорошо. Вот такие башмачки. Тап-тап-тап-тап-тап. Девочки, смотрите. У нас такая будет принцесса, которую уже наряжать на Новый год не надо. Она уже будет красивая, да? У меня почти хорошо. Ты красиво открыла алмазик? Ну, почти. Да, здесь у нас замочек с алмазиком. Что там у нас? А ну-ка. Вау! Вау! Ей точно платье не нужно новое. Смотрите, у нее бирюзовое платье с золотыми оборками. Очень красивое. Очень-очень безумно красивое и похоже на бутылочку. Смотрите, какая красота. Как оно все красиво блестит. Очень красиво. Этой куколке точно не нужны никакие наряды. У нее уже все есть. Как интересно! Очень похоже на мое платьице по цвету. Вот, вот это подходит. Да, точно! Смотрите! Попятить. Ой, да хочу пить. Пока с этими съемками, так уже жажда меня замучила.
А вы смотрите внимательно. Не открывается. Не хочет? Нет. Давай. Ого, ничего себе, она закрылась. А ну-ка, давайте сначала аксессуар. Аксессуар. А что в аксессуарах должно быть? Очки. Модные гламурные очки. Они вот такие. А они такие красивые. Они сами идут с бирюзовым оттеночком и в золотой оправе. И у нас сердечки. Вот почему в подсказке есть сердечко. Любимая куколка будет. Вот. Вот она красавица, Леди Голд. У нас с Софией была мысль уже покрасить какую-то из куколок вот в такой цвет, чтобы у нас была такая куколка. Но она нам попалась. И мы очень рады. А ну-ка. Раз, два, три. Да, мне покажи. Боже, какая она очаровательная. Вы посмотрите, какие у нее глаза. Дай мне посмотреть. Класс? Тебе нравится? Теперь она будет с нами встречать Новый год. И она точно уже вся карнавальная, ей ничего не нужно. Ну что, давайте наклеим вот эту наклейку. Софичка наклеит наклеечку, а я покажу вам, какая куколка. Девочки, смотрите, у нее золотые волосы. У нее есть прядь волос на челочке бирюзово-голубая, вот с бирюзой идет. И у нее красивый макияж со звездами. Золотые губы, и я вам скажу больше, она действительно золотая. У нее все тело перламутровое. Я думаю, вам видно, она очень красивая. У нее даже брови золотые. Косы. Да, смотри. Точно. И супер прическа. Вау, какая она хорошенькая. Нам так повезло. Здравствуйте. Я вот куда-то попала, не знаю куда. Привет. Кто ты такая? Я София Прекрасная, которая у меня канал есть. Ты что, не знаешь меня? А я Леди Голд. Нет, еще не знаю. Но я с тобой очень рада познакомиться. Ты должна менять цвет. Я не знаю, что я еще умею. Но я ехала к празднику. Скоро ведь Новый год. Скоро нужно дарить подарки. И я хотела бы кому-то подарком. Я, наверное, твой подарок? Да. Я очень рада, ты очень красивая девочка. Давай я тебя пока одену. Одень меня, пожалуйста. Ну ты здесь не одна, у тебя есть здесь подружки. Да, у тебя есть здесь много подружек. Смотри, мы их сегодня наряжали. Есть и малышки. И вот есть подружки, смотри сколько. Ну давайте, одевай ее. Мам, помоги. Ничего, сколько у нас девчонок. Смотрите, девочки, у нас еще есть золотые куколки. Ну давайте одеваем очки. И мы им оденем сейчас тоже очки. И они будут очень красиво гламурные. Да. Одевайте им очки. Они же все золотые. Как я? Ну ты чуть-чуть золотее. Ты совсем вся золотая. Они не такие золотые, но они все блестящие. А ты именно золотая Леди Голд. Но она из одной коллекции. Да, из коллекции золотых шариков. Девочки, если вам нравятся такие куколки, ставьте нам лайки. Смотрите, какая она будет. Я супер-пупер. Я деловая. Я супер-пупер. Я вся крутая. Да, ты крутая, класс. Вот такая она золотая куколка. Мама, помоги одеть. Я супер-пупер. Я не деловая. Я самая-самая. Самая блестящая. А я крутая. Я супер-пупер, я деловая. Я очень нежная и очень злая. А у меня двое глазов. А глазки клевые у тебя. Голубые глаза. Подруга милая моя, одень очки навсегда. Что поем, непонятно. Девочки, что вы поете? Надо учить уже песни про Новый год. А вы что поете? Только про себя. Нужно учить песенки про Новый год или хотя бы стишки.
София, расскажешь стишок? Нет, не готова. А Деду Морозу? Девочки, а вы знаете стишки или песенки Деду Морозу? Будете рассказывать? Напишите нам в комментариях. Я супер-папер, я деловая. Я очень нежная, девочка крутая. Так, крутые все девочки, обалденно красивые. И, конечно же, ты бесподобная куколка. У нас еще есть про тебя вот такие наушники, подарок. Ух ты, какие! Вот такие. Они точно золотые, как и я! Ой, я свалилась! София, ты меня уронила! Прости, я просто в очках ничего не вижу! Ну, одевай! Вот! Вау, какая клевая! А зеркало есть? Хочу же посмотреть на себя! Ну что, найдем зеркало ей? Да! Давай найдем! Смотри, какое красивое зеркало! Ой, какое красивое зеркало! Ну покажи уже меня! И я хочу посмотреть, и я хочу! Ой, какая красотка! Ой, какая я красотка! И я хочу посмотреть! А вы вот так сделайте, и обе будете смотреть. Вот так! Тут два зеркальца. И даже все! И всех видно? Да. Ну вот, смотрите. И всем видно, и всем красиво. Да, я самая бесподобная. А как мне идут ваши наушники? Спасибо за подарок. Пожалуйста. Волшебная фея. Да, нам сегодня повезло. У нас очень красивая куколка. Очень красивые наряды мы сделали сегодня. И она в одной коллекции. Да, и она очень уникальная. Она вообще одна и редкостная. Она под названием сердечек. Вот. Что означает очень редкая куколка. Покажи, мама. Назад. Ну что, мы будем пробовать, что она умеет? Да. Да? Вот тут редкостная. И русалочка там есть редкостная, которой у нас нет. У нас с этой коллекции только Леди Голд и, конечно, Королева Цветов. Ну что, давай купать. Давай. Я знаю, она меняет цвет. А мы сейчас это посмотрим. Смотрим. И узнаем. Ну что, давайте ее купать. Давайте ее купать. Посмотрим, что наша куколка Голд умеет. Она ну пусть полежит секундочку. Она может и не менять цвет. Она настолько красивая, что лучше пусть она его не меняет. У нее же есть вот такая, вроде как она меняет цвет. Цвет она у нас не меняет, так и остается. А вот какие у нее есть способности, мы сейчас посмотрим. Очки тоже не меняют. Ну, аксессуары, наверное, не меняют цвет. У радуги горошки на аксессуаре. Точно, бантик. Но радуги у нас еще нету. Да. Я не меняю цвет. Я такая и остаюсь. Потому что я и так золотая, и у меня есть такие вот нивелированные волосы. Ну что же ты умеешь делать? Она плюется. Сейчас посмотрим. Да, она плюется. Я угадала. У нас Леди Голд плевака. Да такая красивая, ее точно под Новый год под елку поставить надо, вместо Снегурочки. И пусть исполняет желание, она же золотая. И она скажет... Я исполняю желание! И она скажет, что я хочу. Что вы хотите, загадывайте! Я хочу Кока-Кола и Тароварны. Хорошо, так и будет! Девочки, вы тоже загадывайте желание! В Новый год они всегда исполнятся, это же праздник! И будет много-много волшебства. Верьте в чудо. И оно обязательно случится. Девчонки, вам понравилось, что мы сейчас сделали? Девчонки, вам понравились наши наряды? Ставьте нам лайки, мы старались. Нам попалась сразу золотая куколка. Да, нам попалась в шарике сразу же золотая куколка. И самая редкостная. И она вся золотая. Это нам очень... повезло, потому что это хороший подарок на Новый год. И она вообще вся золотая. Вся золотая, вся перламутровая. И вот куколки с ее же коллекции золотые. Да. А это наши малышечки. И у них елка есть. И у них есть елка. И собачка. Да. И вы не забыли, что это год следующий будет собачки. Приготовьте подарки на новогодний стол собачке, чтобы она в новом году вас тоже радовала. Мои все собачки любимые. Да. А мы скажем всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Пишите нам комментарии. И ставьте лайк. Делитесь нашими видео с друзьями. Может быть, им тоже понравится то, что мы снимаем.
Ну, это вообще обалденная куколь. Всем пока-пока. И всех с наступающими праздниками. Да. И смотрите наше новое видео. А нам такая красотка попалась. Это вообще суперовая куколка. Да, суперовая куколка. Она вся такая. Все. Пока-пока, девчонки. И эти чудеса, они случаются? Случаются. Всем пока-пока.